Вот это такой вьетнамский МакДрайв. С утра люди даже не слазят с мотоцикла, заезжают и покупают, делают себе бутерброды. И заехал, взял и поехал дальше. Вот обратите внимание, сколько их здесь. Видите, очередь просто на мотоцикла стоит. А вот через дорогу ресторан, который прямо на двух колесах передвижной. У них вот два колеса, какая-то печка внутри и все, набор продуктов с собой, вода, и вот они, и набор стульев, маленьких стульев и столов. И вот их клиенты, посмотрите, кушают, сидят прямо на тротуаре. Прямо на стройке, где есть место, там расставляют эти столики и сидят, кушают. Вот и такой общепит есть во Вьетнаме.